Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале «Привет, Ангел», с вами Народный Батюшка, мира и добра вам. Пресвятой Троицы, вы на канале, а я на метеорите. Я теперь так начинаю начало своих бесед, и как-то мне хорошо на нем. Как батюшке Серафиму, видимо, было хорошо на камне и другим святым, кто на них молились. И я отвечаю здесь на ваши вопросы. Сегодня поступил интересный комментарий. К сожалению, не могу сказать, от кого. То есть попробовать прочитать это имя, которое там, это невозможно. Оно автоматически какое-то дано. Но комментарий такой. Молитва в переводе на современный русский язык – священное действие. Иными словами, по понятиям современных людей, медитация, измененное состояние. И я хотел бы это очень сильно обсудить. Вот. Потому что здесь маленечко путаница. Ну, начнем с того, что я все-таки филолог в какой-то степени, с 4-го курса университета ушел, и поэтому всю жизнь занимаюсь филологией. И тем более уж молитву, то я точно этимологию разбирал и пытался понять, откуда такое название. И не соглашусь с тем, что священное действие – это такой перевод. Хотя, конечно, она входит в священное действие. То есть поскольку у нас, как мы с вами, вот читая беседу преподобного Серафима, определили, что все, что мы делаем ради Христа – или в отношении к Богу, или в отношении Пресвятой Троицы, является священнодействием, и молитва – одно из способов получения благодати. Ну вот мы с вами прочитали. То есть получается, если мы с вами слышим «стяжите Духа Святаго», то молитву точнее перевести – стяжитель Духа Святаго, то есть способ стяжать Духа Святаго или стяжение Духа Святаго. Хотя само слово идет из праславянского, из древнеславянского, и оно, конечно, однокоренное с молить, мелить, молоть, как вот мы молим зерно. И так как это был один из самых тяжелых трудов, вот эта молотьба, то при ней, конечно, начали применять молитву. И мне кажется, здесь стало синонимом то, что ты молишь муку и молишься в это время Богу. Это очень удобно, я так понимаю, было. И вот этот синоним, он перешел на это значение. Молоть и молить – это одно и то же. И, ну, кстати, и молотьба была священное действие. То есть хлеб мы с вами у батюшки Серафима находим, что он делает мельницу, они выпускают муку, они пекут хлеб. Он считает, что это тоже источник благодати или носитель благодати. Поэтому, видимо, молоть и молиться в это время – это одно и то же. То есть этимология все-таки берется отсюда. А уж как перевести, и если кто-то на современный русский язык так перевел, то это вообще не значит, что это именно так. Я думаю, что если посмотреть этимологический словарь, то там будет много значений. И мы не будем в это сейчас втягиваться, потому что у нас есть другая задача. Так как в конечном итоге автор приходит к выводу, что молитва – это то же самое, что медитация, то здесь вот, я считаю, мы и должны хорошенечко разобраться, поскольку это не одно и то же. Я вам скажу, даже вообще это разные вещи, хотя в медитации может быть молитва, а в молитве может быть медитация. И давайте разберемся, в чем их отличие. Я вам возьму одного из самых сейчас популярных таких проповедников в России.
Не знаю, стоит ли его называть или нет. Давайте, Шри Пракаш Дхам, а то скажут, ну, взял кого-то, не пойми, кто как. Вот он, традиционный индуизм, как говорится, проповедует. И у него есть конкретно про молитву и медитацию определенное, ну, вот, высказывание. Больше того, он сейчас и практикует такую молитву-медитацию, как он называется, или медитация-молитва. Вот такую практику внедряет в России. Ну, на мой взгляд, они приезжают и пристраиваются. Они видят, что не может русский быть без молитвы. Ну, давай я вам объясню, как при медитации, в общем-то, молиться. Но давайте мы с вами маленечко прочитаем его высказывание. У многих при первом знакомстве с мантрой медитации возникают вопросы. Мантра, вот здесь как раз мантра, молитва. А вот медитация – это уже другое состояние, это поиск состояния, в котором ты эту молитву можешь творить или вообще не творить. Чем повторение мантры отличается от молитвы? Можно ли продолжать читать молитвы после получения мантры? Молитва всегда связана с обращением к Богу. Оно может быть выражено в виде просьбы, например, о здоровье, благосостоянии, защите, еще о многом другом. Иными словами, молитва – это всегда определенные мысли, выраженные словами. Мантра медитации подразумевает отсутствие мыслей и сосредоточение на мантре. Молитва может быть взята из книги, а может идти просто от сердца, любыми словами. Если вдуматься, то каждый из нас, вне зависимости от того, верит ли он в Бога каждый день, молится ли, нам всегда чего-то не хватает, и мы просим дать нам это, человек, верящий в Бога, например, может сказать: «Господи, сделай так, чтобы…» Отрицая существование Бога, скажет просто: «Вот вы у меня было», или «Вот как бы я хотел». На самом деле он тоже обращается к Богу, просто неосознанно. Ну и дальше у него. В общем, он объясняет мантру, медитацию, как осознание себя в собрании звуков. То есть вот по их понятиям, по понятиям йогов, человек состоит из колебаний, из звуков состоит. Любая мысль – это колебание, любой образ – это колебание. И мы с вами тоже, читая отца Серафима, пришли к этому же выводу. Да вообще вы пришли к выводу, что все колебание, свет колебание, звук колебание, благодать приходит к нам сюда, в тварный мир, как колебание, о чем батюшка Серафим говорит. Так вот, они считают, что вот эти колебания в человеке составляют его ауру или облик человека. Я вам не буду применять те термины, которые они применяют. И нужно найти, в какой, можно сказать, части, а части разделены на несколько. Ну, вы знаете, что главными в этих частях человека являются чакры, то есть собрание как бы вот этих колебаний, то есть, можно так сказать, сигнальная точка, действуя на которую ты можешь эту часть своего организма, а она начинается с ног, половые органы, кишечник, ну, в общем, доходит, кто считает, что 7 чакр, кто считает, что 12 чакр, там очень много учений этих йоговских, вы даже не сможете сосчитать их, сколько на самом деле их есть. Вот. Так вот, что такое получается у них мантра? Так вот, у них получается, что поиск себя, он является как раз у нас это аскеза, да. То есть они вот впадают в нирвану и все такое. То есть вот это то, что на самом деле у них и есть поиск в себе вот этих недостатков. И есть, ну, у нас аскеза или созерцательность, да.
Я вам не раз говорил, что созерцание считается одной из главных молитв. Они как внутрь, так и наружу. А вот медитация – это вот поиск. У йогов – это поиск. И представляете, они тогда себя в конечном итоге видят, как мы, например, видим платяного человека, когда его вот нам представляют в виде скелета, всех внутренностей и все остальное. То есть что мы делаем, когда приходим к врачу? Врач определяет, в каком месте у вас заболевание, какой из органов у вас болит. И что вам дает? Дает вам таблетку, которая направит что-то, свои вещества в этот орган, и будет этот орган изменять. Или выгонит из этого органа какие-то там паразитов или еще что-то. Или клетки подпитает своими веществами. То есть таблетка, ее можно считать вот мантрой, которая направляется в определенную чакру, то есть вот такой орган, который отвечает за часть тела определенную. И этой мантрой изменяется вот этот орган, можно так сказать. Мантры разные, причем для опытных дается учителям одна мантра, которая для определенной чакры у него является основной, потому что у них тоже же рассматривается точно так же, что какая-то чакра, я бы так сказал, темная, ее надо изменить, и тогда все. Йог поднимается вот по чакрам все выше, выше, по совершенству. Он как бы лечит сначала одни чакры, нижние чакры, потом желудок, здесь лечит чакры, грудная, сердечная чакра, вот ее. И уж в конечном итоге доходит до высшей стадии, до высшей чакры, которая в голове, и ее делает. Вот он так просветляется снизу вверх. Вот он так это делает. И мантра – это вот то самое колебание, звуковое колебание, которое испускается голосом. А я, честно говоря, до христианства побывал маленечко в кришнаизме и изучал хорошо, читал и веды, и часть Махабхараты читал, ее всю прочитать невозможно. Вот. И встречался с йогами, приезжающими и все остальное. И знаю, что это такое. И даже каких-то успехов добивался. Меня там даже священником хотели сделать в их ятре. Но я понял, что православие все вмещает. Так вот, чем отличается молитва от мантры? Хотя вот он и говорит, что молитва – это все равно обращение к Богу. Но у них нет мантр обращения к Богу напрямую мыслями. Они у них все обращены внутрь, в сердце. Ну, у нас тоже есть такие сердечные молитвы. Это раз. Во-вторых, они верят в звук мантры, что он своим колебанием изменяет состояние человека. Мы с вами... Ну, я встречал, конечно, тех, кто говорят, надо вот добиться того, чтобы вот Господи Иисус Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного, звучание определенное имело, и вот как мантра звучала. Оно таким образом твое сердце, значит, раскачивает и так далее. Я считаю в конечном итоге, что все это чушь. В конечном итоге у нас есть краткий курс аскетики Феофана Затворника, где вы можете прочитать, как развивается молитва, там в том числе Иисусова молитва в какой-то период рассматривается. И, конечно, важно ее языком повторять, потому что таким образом она формируется у нас в голове. Но у нас молитва не направлена на изменение нашего духа. Мы не считаем, что мы... Ну, давайте вот считать их понятие ауры или духом. Духом. Причем... У них-то ведь переходящий дух, то есть они перерождение, они получают свою карму при рождении, то есть в определенной степени дух, иногда он может быть искаженный, потому что жили предки неправильно, и он тогда старается его изменить своими мантрами и
сделать так, чтобы он достиг нирваны. А нирвана – это состояние, где ты уже ничего не думаешь, ничего не молишься. В общем, ты отдаешься полностью. Ну, если вот он говорит Богу, ну, значит, Богу отдаешься. Ничего не чувствуешь, потому что они там и закапывать можно этих йогов, и на огне сидят, и еще что-то такое. Кстати, все это совсем немножечко не так. Те, кто бывал в последнее время в Индии, а у меня был один знакомый, который, как его, Сантья Баба, или Баба Санти, не помню, даже с ним встречался. Но все это стало очень театрализовано. То есть, на мой взгляд, не понимая, что такое христианство, они зависли вот в той древней, как говорится, религии, и в ней никак не могут. С другой стороны, это мое такое мнение. Но ведь если это было дано Богом, как детству, как говорится, человечества, и он обещал им через это детство действительно стать святыми, то есть вот через такой способ, то Господь тоже не может отменить. Он тоже выполняет, и я считаю, что такие, как тот же Ганди, Махатма Ганди, ну, был святой. Он действительно святой, если разобраться, как он жил, что он делал. Ну, наберется всякое у него. Тем не менее, сама по себе жизнь, конечно, абсолютно святая, а уж Индира Ганди, ну и так далее. Но Христос потому и пришел и отменил все вот эти старые практики, что можно не перерождаться, как пел Высоцкий, если туп как дерево родишься баобабом, многие жизни, а за одну жизнь все сделать. Но сделать с какой, можно так сказать, помощью? С помощью Бога. Христос сказал, да, вот это назначено. Это в долгие времена, когда люди жили там, Адам жил 900 с чем-то лет, и Ева жила тоже 900. Вот это все давало возможность им усовершенствоваться за такие долгие времена. Теперь у вас жизнь короткая, 70-80 лет, вот все вам дается. И теперь вы должны за одну жизнь все успеть. Но как вы все сами успеете? А никак. То есть ничего ты сам не сделал. Нужен Бог. И вот тут-то и дается молитва. То есть обращайся к Богу, пусть он все тебе поможет сделать. Но какие-то духовные вещи вообще только он и сделает. Поправить вам прану или благодать. Поправить вам дух или ауру, как они называют. Ну, не может никто сейчас из йогов сам себе. Они сами все говорят, что никто современный не может стать йогом, а уж русские тем более. Вообще, меня очень веселят русские йоги, которые в большом количестве. В Москве храм появился. Последний я видел собрание фотографий. Там тысячи прямо, ну, тысячи полторы, две, наверное, в этом храме. И они надеются стать кем? Махатмами. Потому что только махатмы имеют в конечном итоге выход в нирвану, вот. В небытие, кстати, тоже. Никакого там царства небесного, ничего, их никто туда не приглашает. В небытие. Вот. Поэтому думать, что молитва и мантра или медитация – это одно и то же, я не буду грубо говорить. Давайте я скажу, нельзя, нельзя. Православная молитва – это действительно отношение с Богом в целях того, что Бог сделает все духовное, что нужно для тебя сам. Ты ему только отдайся. Ты ему только отдайся. А йога – это вот ты делаешь сам определенными звуками, определенными, значит, действиями и так далее, аскетикой. И все остальное. Сам себя меняешь. Но молитва-то у них есть. То есть у них же есть храмы, помните? И тоже 10 тысяч, по-моему, у них религиозных, индуистских этих. Они верят, что где-то коровы святые, где-то крысы святые, где-то змеи святые.
В общем, что там только нет святого, все у них в конечном итоге святое. И когда вот они к ним обращаются, как к богам, коровам там или еще, а буддизм ведь тоже, он тоже из индуизма вышел, вот он уже видит этих богов в какой-то степени воплощенных и с разными видами. В индуизме тоже есть все эти Кришны и все остальные. Так вот, даже неравные. Вот. И поэтому, если вы в том возрасте духовного развития, который еще не дошел до созревания в христианство, то есть Господь вас не выбрал еще в христианство, Христос еще не выбрал вас в своих детей, но пока оставайтесь хотя бы в том, что у вас есть, то есть пытайтесь усовершенствоваться и готовьтесь к переходу в христианство, поскольку я знаю очень многих тех, кто йогу проходил, стали священниками, например. Вот, или, ну, в общем-то, вот так. Ну, в общем-то, вот и так. И тогда что? Ну, медитируйте, ну, читайте мантры. Хотя мне один из учителей, приезжавший тогда, в общем-то, сказал, что мантру сейчас никто не может дать. Нет такого учителя на земле, который мог бы ее объявить. Ну вот был в Бхагавадгиту, написал, забыл, как его звали, вот якобы он вот эту мантру для кришнаитов дал, и это была последняя мантра, которая должна была спасти весь мир. Но что-то я не вижу особого, как говорится, спасения. Вот так, вот такое мое мнение. Поэтому не надо, не запутывайте. Я комментарий этот, конечно, удалил, я вам прочитал, но вы его не найдете на канале, потому что я считаю, что это путаница. Молитва – молитва, мантра – мантра, медитация – медитация, аскетика – аскетика. Это разные вещи. Все это вещи разные. И христианство, еще раз повторяю, православное христианство для меня высшее ступень христианства, развития христианства, поскольку включает в себя и культуру, и историчность, и природу окружающую. Ну, вот так. Это все священное действие получается у нас, не только молитва. Вот. Поэтому ждите, когда Христос посетит вас, и вы, читая какую-то мантру или сидя где-то, значит, на медитации, вдруг сообразите, жизнь-то проходит, жизнь-то кончается, а я еще даже в баобаба не превращался. Вот это удивительно. Меня один из таких йогов как-то приезжал ко мне, кстати, жил у меня пару дней, просвещал, говорит, мне так интересно смотреть на этих русских, они почему-то себя сразу считают выше любого махатмы. Какой махатма, да? Они очень, говорит, приникают к учителям, и к ним может любой приехать. Имеет он какое-то звание, не имеет, признан он, не признал, объявился, что я учитель, и едет, и проживает здесь. Квартиры ему покупали, вот я знаю. Значит, обустраивали, он живет себе, деньги ему насобирает, кочуют по миру, вот, значит, с ними общаясь и все остальное. И вот он был один из таких уже, как говорится, его как раз в такие. При этом говорит, ну, по понятиям-то никто больше мантр дать не может настоящий. Нет такого учителя, который ее дает. По понятиям нет. Так, а русские-то, говорит, вот они вот так приникают любого, принимают, и все, он для них сразу святой. В Индии его знать не знают. Никто его там, как говорится, за верующего-то не принят, не то что за учителя. А вот в этой среде они все учителя. И русские считают, что все можно быстро сделать. То есть
начинают сразу мантры читать, еще что, садиться в позы. Вот у них самое главное – добиться, что я сел в позу. Вот, вот загнул эти ноги. Йоги-то, говорит, годами это тренируют, с детства у них все это. И они эти позы принимают чаще всего для того, чтобы подавали хорошо у них. А эти вот начинают корячиться, вот. И как достиг, сфотографировался, все, йога. Ну, может быть, такой, вот такой. Ну, вы понимаете, что я отношусь весело, потому что, еще раз повторяю, я считаю, что это все детство. Если я гляжу на детей детского сада и вижу, как они играются, как у них тут все по-серьезному, машинки и все остальное, ну что, я, ну, порадуюсь. Вот, они после вырастут. Я здесь тоже считаю, что кого-то Господь отберет, и они вырастут, и они действительно поймут, что такое молитва, что такое ее отличие от мантры. А пока тем, кто понял, понятно, тем, кто не понял, может быть, кому-то обидно стало от того, что я сказал, но это уже ваша проблема. Значит, вы даже мантры плохо читаете, раз обиделись. Не положено йогам обижаться. Вот так. Здоровья всем, радости, мои хорошие. Аминь.